мобильным КРМП-портом, то есть не особо понятно, каких-то... Чуваки, вот я не понимаю, просто, я понял, ладно, в Live Mobile еще можно более-менее понять, может быть, какой-то, я там не знаю, редактор неопытный, или, может быть, вы их там, я не знаю, по объявлению набираете, или вроде того, реально следят за моим вот этим вот всем каналом и хотят, чтобы я побольше бомбил, но... Как вы, наверное, уже все знаете по моим видеороликам на вот этом вот канале, при том, что у меня есть как бы еще один канал, он называется Семен, если вы на него не подписаны, то подпишитесь, я уже это много раз рассказывал, говорил, там вообще много всякого контента выходит, еще выйдет, еще будет выходить, я надеюсь, поэтому вот заходите, если что, то ознакомьтесь со всем этим контентом именно там. Но сегодня у нас немного другая тема видеоролика. Как вы можете помнить, Arizona Mobile это теперь сам Mobile, лаунчер, с которого можно будет заходить там на все остальные мобильные GTA самповские проекты и, возможно, в будущем будут еще какие-то вот эти вот все проекты, может быть, там как-то КРМП или вроде того, потому что у Arizona Games, у всей этой игровой студии, у нее есть еще и, или у игровой компании, ну, в общем, наверное, одно и то же, у нее есть еще и КРМП проект Родина Ролиплей. И как там дела обстоят вообще со всем этим мобильным КРМП портом, то есть не особо понятно, каких-то особых новостей по поводу всего этого я не видел. Да и плюс к тому же, каких-то таких, знаете, новостей, новостных видеороликов, всего прочего я тоже особо сильно не замечал. Наверное, потому что монополия на новостные ролики по GTA Samp и по GTA KRMP и по всем вот этим вот вещам на телефоне, оно уже все у меня. Поэтому, если как бы вам нужны все эти новости, то, разумеется, подписывайтесь на мой канал, тут еще будет много всего интересного. Либо же отписывайтесь от моего канала, тут уж как кому повезет вследствие всего вот это вот. Однако, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к самому вот этому всему багу, который появился не так давно на Arizona Mobile, на Arizona Games, на Arizona Roleplay. Ладно, давайте я не буду тянуть хронометраж, просто уже сразу перейдем ко всему этому багу. У игроков Arizona Roleplay возникла проблема при открытии дверей на H в случае игры с мобильного клиента. Пока разработчики решают проблему, запятая тут должна быть, игрокам открывать двери командой Gate. Open Gate. Чуваки, вот я не понимаю, просто, я понял, ладно, в Live Mobile еще можно более-менее понять, может быть, какой-то, я там не знаю, редактор неопытный, или, может быть, вы их там, я не знаю, по объявлению набираете, или вроде того, но почему настолько вот в смысловом плане ваши посты деградировали, то есть, у вас, знаете, у вас не эволюция, не какое-то просвещение, у вас чисто одна деградация, то есть, тут два предложения, вы настолько по смыслу ошиблись, что я просто, как вы это делаете? Чуваки, я сдаюсь. Я уже просто не могу. Я в каждом видеоролике уже обо всем этом говорю. Я скоро, наверное, просто забью. И когда вот я читаю какую-то вот эту вот всю, опять-таки, логическую несостыковку, буду говорить, ай, да это же Live Samp, типа, все понятно. Но сейчас я просто, я не понял, почему так сложно. Почему? Просто перечитайте то, что вы написали. Просто перечитайте один раз. И все. Ничего более от вас не требуется. Исправьте ошибку логическую, если она есть. Потому что я озвучиваю эти новости. И вот эти вот админы вот этого всего журнала Live Samp, наверное, они реально следят за моим вот этим вот всем каналом и хотят, чтобы я побольше бомбил. Но вывести меня на эмоции, дорогие дружочки, друзья и все прочие чуваки из Live Samp, вы меня не сможете. Ромка Злобин, ты, конечно, тот еще как остолоп, скорее всего, я какое-то вот такое наименование тебя подберу. Но тем не менее, бомбить я не хочу, я не буду. И все, я выше всего этого. Может быть, через ролик я начну бомбить. Может быть, через два видеоролика я вот так, знаете, разбомблюсь, что прям я как Хиросима на Сайки будет или вроде того, но сейчас пока что я еще держусь, потому что, ладно, допустили ошибку, ладно, у вас ошибка в каждом втором посту, посте и так далее, но, тем не менее, чуваки, я просто, почему вам настолько наплевать, что это такое вообще, я не понимаю, ладно, давайте уже к самой новости, я опять немного отвлекся, зачем я отвлекаюсь, непонятно, вообще, на Arizona Mobile, как вы можете понять, или уже этот самый Samp Mobile, на нем много багов, и это понятно, потому что он, по-моему, до сих пор находится в бета-тестировании, или там в альфа-тестировании, чем они вообще отличаются все эти тестирования, я, если честно, не знаю. И поэтому какие-то вот эти вот ошибки логические, ну, вернее, не в постах Live Samp, а вообще вот во всем этом, они могут быть, типа, да, это понятно. И у меня вроде тоже были какие-то вот эти вот все ошибки, когда я вроде как захожу в гараж на Arizona RP, нужно для того, чтобы выйти из всего этого гаража на машине, выехать. Нужно посигналить на клавишу H, я ее нажимаю, и ничего не происходит. Такое было у меня также несколько раз. Решалось тем, что я перезахожу в игру или делаю какие-то прочие вещи, я уже не помню, потому что на Arizona Mobile
именно с телефоном, я типа не играю вообще. Я типа не играю вообще, потому что зачем мне оно все это надо? Не особо понятно, чуваки, типа, для чего, зачем? Мне достаточно лаунчера на компьютере, то есть я с компьютера захожу, я там играю, я там делаю, занимаюсь своими вот этими всеми прочими вещами, снимаю геймплей, на фоне у меня во ВКонтакте играет, там, не знаю, Ханзама или Слава КПСС или прочие чуваки из антихайпа, хотя их вроде как там всего два, не особо важно. И понимаете, в чем дело? То есть мне всего этого хватает, но чуваки, которые играют на Arizona Mobile, они до сих пор пишут мне с проблемами. То есть у меня самые одни из самых популярных видеороликов на канале — это помощь с решением проблем вот на всей этой Arizona Mobile, где я просто рассказываю о том, что, мол, ой, а вы знаете, а у меня есть телеграм-канал, вы можете на него подписаться, там будет решение всех этих проблем. И свой телеграм-канал тогда я вот таким, в общем-то, образом и поднял на всем вот этом вот деле. Поэтому, если как бы кому все это интересно, то там, по-моему, до сих пор остались инструкции по решению каких-либо проблем со всем вот этим вот Arizona Mobile, или там уже, знаете ли, не Arizona, там же уже сам Mobile. Типа, наверное, проблемы уже улетучились сами собой, потому что клиент-то новый, и все новое, и вообще все они в целом сейчас фиксят. То есть я уже давно не слежу за Arizona Mobile, так, если какие-то новости всплывают, я такой типа, о, а это же Arizona Mobile, это же все можно обсудить, это же все можно рассказать моим дорогим друзьям с моего вот этого вот канала, которые на него подписаны, которые заходят на каждый видеоролик в 20.00, либо немного попозже, и смотрят мои видео. То есть, типа, это же классно, это же круто, типа, вы вообще молодцы, вы крутые и так далее. В целом, скоро они все это исправят. Ну, на крайняк, если ничего не исправят, то вы всегда можете, там, знаете, /me, открыл дверь перед собой, после чего, там, я не знаю, начал смотреть на парня сзади, хотя это /to-do, но на Аризоне оно тоже есть, вот вся эта команда, она, команда, типа, это же команда, да, она, вот, то есть она там тоже есть, вы можете вот через /to-do, через /me, вы же так, вы говорите Аризона RPG, Аризона RPG, а там вот, между прочим, есть команда /me, есть команда /to-do, поэтому это еще, знаете ли, Аризона Hard RP, Mobile, на телефон, скачать бесплатно Android, как бы сами должны понимать. Однако, я думаю, что на этом мы уже можем закончить. Что однако-то? Вот что однако? Не особо понятно. Но на этом, я думаю, что уже можно закончить мой вот этот вот видеоролик. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видео. Я играл на проекте Arizona Roleplay, сервер как бы первый, Феникс, как такая птица, как персонаж из Dota 3, как все прочие чуваки. Можете там синонимы ко всему этому слову еще подобрать или какие-то, я не знаю, может быть. Да кому какая разница, в общем, что вы можете подобрать ко всему этому слову. Вот, поэтому, если что, то заходите на Arizona Roleplay Phoenix, IP как бы в описании, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, она там идет, ну, типа, одной из первых ссылок, или там, третий ссылок, или там, четвертый ссылок, в общем-то, какой-то из ссылок, оно там идет, поэтому, если вас все это заинтересовало, если вам, разумеется, все это нужно, то заходите, ознакомьтесь, узнавайте и познавайте всю эту Arizona Mobile Roleplay Phoenix на компьютере вместе со мной. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20.00. В описании есть ссылка на мой телеграм-канал, вот, всем пока.